Ребята, всем привет, с вами снова Алекс, и сегодня я буду разбирать вот эту вот видеокарту и буду прогревать ей чип и чипы памяти, как называют их, или я неправильно называл, но как-то по-другому, да, их называют. Итак, значит, дело в том, что, как я писал в группе ВКонтакте, вот, если что, ну, фрагмент, я писал, дело в том, что у меня у этой видеокарты влазят артефакты и вылетают игры. Вот сейчас опять по моей глупости, я опять совершил ошибку. Я не запустил кулер, то есть, ну, само охлаждение. Оно у меня автоматически не работает, приходится запускать ручным способом охлаждение. Вот, приходится сейчас опять разбирать видеокарту и прогревать чип домашним феном. Да, домашним. Ну что ж, поехали. Так, в принципе, я вот это вот раскрутил, и я уже до этого тоже разобрал ее. Так, ну вот, в принципе, я убираю этот радиатор, и вот само охлаждение. Сейчас я его отсоединю, отцеплю. Все. Как вот видите, я небрежно наносил термопасту. Это, конечно, ни в коем случае нельзя так делать. Итак, ну что ж, приступим к прогреву чипа и вот этих вот чипов памяти. Вот я беру домашний мамин фен, да, вот так, и я начну им прогревать. Откручиваю эту фигню, какую-то фигню, знаю, что это. Так, подключаю. Он уже заработал. Ну что ж, приступим. Сейчас я подожду, пока достигнет определенный уровень. Ну вот, я и прогрел видеокарту. Так, она довольно-таки горячая. Сейчас надо принести полотенце и положить ее в другое место. И подождать буквально минут 10, чтобы она остыла. Так, ну в принципе-то все, я ее сюда положил. Ребята, да, я знаю, это моя очень большая ошибка. Причем это ошибка моя вторая. Это не прикол, да. Дело в том, что надо под вот этот сам чип наносить флюс. Я смотрел, надо наносить флюс специальным шприцом. Ну, не специально, можно сходить в аптеку и купить там шприц с иголкой. И купить флюс в радиотоварах, самый такой дешевый, и нанести его. До того момента, пока он с этой стороны не начнет протекать туда, вот сюда. После того начать прогревать до кипения. Ну, у меня нету флюза. Приходится довольствовать тем, что есть. Ну что, вперед подождем 15 минут. У вас это всего лишь секунда, а у меня это 15 минут настоящих, или 10. Итак, ребят, вот уже видеокарта почти вся остыла. Она уже не горячая. В принципе, сейчас я ее буду собирать и вставлять обратно. И посмотрим, исчезли артефакты или нет. Вот приходится мучиться с ним. Итак, ребята, все, я собрал видеокарту. Приступим сейчас. Я ее ставлю в свой компьютер и посмотрим. Итак, вот, после прогрева видеокарты я смотрю. Сейчас я поиграю, побегаю чуть-чуть. Так, ну в принципе-то все, я побегал где-то около минуты. Никаких фризов, ничего, никаких просадок FPS нету. Ну, в принципе-то все. Я скажу одно, то, что прогрев видеокарты хватит вам ненадолго. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока-пока, подписывайтесь на канал.